Сельскохозяйственная сфера в кризисное время остается одной из ведущих отраслей экономики республики. С начала года, в частности, на предприятиях животноводства фиксируется стабильный рост производства. По данным статистики, в сельскохозяйственных организациях в январе-апреле текущего года по сравнению с тем же периодом года прошлого увеличилось производство скота и птицы, коровьего молока и куриных яиц. Кроме того, Росстат фиксирует увеличение поголовья крупного рогатого скота, а также свиней, овец и коз.